Фу, и вечером был дождь, и ночью, и сейчас вот был. О, набузырило моментально. Вчера почти всю разлили бочку, сегодня вон набузырило. И пыльца сверху плавает. Вчера снимала, что высадила последнюю рассаду, и получилось боком. Так, слушай, а тебе-то я забыла убрать. Ты, небось, тут полной воды, да? Ну-ка, давай посмотрим. Вообще-то дырка тут. Я проковыряю потом ему дырку побольше. А то замокнут мои гладиолусы. Так, чвяк-чвяк хожу. Здесь надо еще немножко мне досадить салата. А вот здесь я чеснок закопала. Вот-вот, головок, наверное, 8. В одно место на еду. О, муж сорняков руками надрал. Сколько. Картошка у нас какая. Какая такая, какая. Разные сорта, что ли, разные. Мы сажали и свою, и что покупали. Поэтому она разная сортами. Так, а здесь вот я между двух картошин досадила проросший лук. Не съедаем. И вот пришлось его посадить. Флокс растопыренный, вся во всем цвету. И здесь тыкву вчера вот эту посадила. Тыковку. Вчера. А позавчера еще 3 тыквы посадила. Одна прямо близко к яблоне. Вон. И 2 здесь посадила. И 1 тыкву посадила за домом там. Цветники. Ну вот картошка окучена немножко, но это первый раз. Вода даже стоит в воросках. Морковку керосином вчера брызгал муж прямо по солнцу. И вся завяла, вернее, позавчера. Вот, и вчера, за вчерашний еще день она вся подгорела. В основном мокрышник. А морковка керосина не боится. Главное не перепутать с бензином. Ну, вот здесь вот она у меня плохо взошла. Вот. А дальше надо рассаживать. Лук. Штутгартен у нас. А это эксибишн. Надо полоть. Взялся в рост, укоренился наконец-то. А там дальше 3 бороздочки морковки. А еще дальше кое-где я вижу свеклу. И я взяла и посередине дыню посадила. Раз свекла кое-где, не пропадать же грядки. Пусть дыня развивается, растет. Здесь тоже эксибишн. А дальше вот эксибишн, а дальше тоже штутгартен. Или стурон, уже не помню. Это крайняя плантация. Муж ее посадил в самую последнюю очередь. Неровно всходит, но зайдет. Ничего страшного. Форточки на ночь были открыты. И эти. Калина зацветает. У соседки какая красивая. Лобели, это они купили горшочек такой. Вообще красавица. На этой вишне, конечно, штук 10, если будет вишен, она все сбрасывает. Так, смородина цвела обильно. Завязывается вроде бы тоже полновесно.
Вишня-то она тоже завязывается. Но они потом осыпаются почему-то. Лаи тут ей хватает. Почему она осыпается, непонятно. Так, пойдем по кругу. Тоже белая. Ой, красная. А вот это белая. Белая обычно... Ой, какая-то собака у меня на руку села и укусила. Козюля какая-то. Так, так, тяпнула, чуть телефон не бросила. Белая тоже нормально завязалась. Так, теперь пройти как, чтобы не... Так, а здесь у соседей липа лезет, смотрю. Они ее тут и достать не могут. Так. Не упасть бы. Тут у меня стоят ветки, лежат, вернее, что от смородины засохшие. Приходится на них наступать. Так, появилась тля. Она каждый год. Вот здесь вот. А дожди так брызгать никак. Дожди бесполезны. Я, наверное, потом соберу эти листья, сдерну с нее и мусор. Но это только начало тли. Скоро будет. Так, вот эту надо перевязать.